очень жарко. Лучший мяч, давай, да. И давай, значит, вместе. Завершай первый сбор с победой. Давай, давай, внимание. Давай, давай, давай. Грамотно уходил здесь от соперника. Посмотрите, Смолов показывает, что мы вот так будем разыгрывать. Удар поворотом Федора. В Нижний Новгород. Вот сейчас опасная атака Локомотива. Удар Миранчука, и счет открыт. Гол от Локомотива. Есть те, кто забивает на этом сборе постоянно. Два матча, три мяча у Антона Миранчука. Миранчук открывается в центре. А пас идет на Камано. И нужно забивать, конечно. 2-0. Локомотив уверенно пока расправляется с Олимпией и увеличивает преимущество в счете. Хорош! Браво, Франсуа! Ну, в общем, итоги хорошие сборы. Две недели, да. Это понятно, что у нас не состав, что сборники нет, новички нет. Тоже сохраняли, например, сегодня Павла Зелуиша так, за игру и молодого Бабкина. Не могу сказать, что травмирование, но чувствую чуть-чуть, но это товарищеская игра, надо сохранить. Но, в принципе, хорошую работу сделали, это самое важное. Да, две игры выигрывали, это мне нравится, чтобы так был подход у нас по товарищеским играми. Забили много голей, но это товарищеские игры. Наверное, нельзя особенно анализировать, но тоже так, наверное, хорошо, когда команда хорошо играет и выигрывает. Без нарушения правил можно продолжать. И идет вперед Куликов. Опять слева совершенно один. Камано убирает. И пяткой, как все красиво. Куликов забивать. Да, есть. 3-1. Лисакович отличился. Тоже его первый мяч на сборах. В принципе, со сборами доволен. Хороших условий было. Без травмы. Пу-пу-пу. И эти ребята, которые были с нами, провели очень хорошую работу. Сейчас идем сборников, надеюсь, и два новичка, у нас два места за иностранцев, очень быстро нам нужны. И продолжаем работу. Они должны привыкаться, это не будет просто, потому что у них не был отпуск, играли сразу после сложного сезона. Это задача, которую надо решать. Но, и там будет 6 игр за 12 дней. Так, самое важное, что все здоровы и что будем собираться и продолжать работать. Чую еще сказать, что у нас появилась новая молодежка. Это мне тоже нравится. Надо отметить, обращать внимание на их. В первую очередь это Бабкин и Тимур Касимов, очень интересные парни, молодые из нашей академии. Еще есть нормально, туда неплохо проявил себя и наш новый правый защитник Нинахов тоже, и Никитин, и так, в принципе, неплохие сборы. Подключение Сильянова. Сразу они здесь в стенку с Белаковичем играют. Сильянов. Классно, как на скорости проходит. Это пенальти. Это пенальти, друзья, конечно. Исполнять берется 23-летний Куликов. А вот забить не получается у Даниила. Вот момент сейчас и нужно забивать. Да, просто разорвал здесь. Просто разорвал. Белакович получает мяч на левом фланге. Нет положения вне игры. Прострелы. 6-1. Ну вот.